Ребята, всем привет! Хотел поговорить на такую тему. Многие меня спрашивали и рассказать вам, как я стал дальнобойщиком, пришел к дальнобою. Вот. Нахожусь в таком месте интересном, выходной день на отдыхе, и хочу вам рассказать то, как я стал дальнобойщиком. Вот. Сначала я, получается, ездил 4 года, работал на машине «Газель», термобудка, и ездил на межгород. Вот, возил, получается, сначала хлеб, потом я тоже возил торты. Это вот, с этими тортами я очень хорошо познал город Екатеринбург, так как я 1.5 года ездил туда. Вот, соответственно, потом были тоже другие работы, там подработки, или как их можно назвать. Также возил по другим городам. Это была Уфа, ну и Башкирия, там потом, ну и такие вот всякие разные вот города. Поэтому как бы тоже было интересно. И потом, работая, получается, снова на хлебе, ездил я последнее, по-моему, куда я, так, Магнитогорск, потом Курган я ездил, вот. И такая вот, как-то захотелось приобрести свой автомобиль, вот, и как бы МАН, тем самым он и есть мой первый грузовой автомобиль личный, вот, на котором я до сих пор езжу. Владею я им уже 2 года, получается. В общем, ребята, вот так вот получился мой дальнобоец. Так вот я и стал ездить в другие города. Да, ребята, и что хотел еще сказать, то, что работая в том же хлебокомбинате, как бы я познал работу с документами, это товарные накладные, транспортные накладные, вот. Просто если сразу это все вот так вот взять, сесть и начинать переваривать, это будет, как бы, я думаю, сложновато. В этом плане мне очень помог комбинат, вот. Поэтому, отработав там 4 года, даже, наверное, больше. В общем, получилось, что я с 20 лет в грузоперевозках вот в этих вот. И вот 2 года я на МАНе работаю. Вот, получается, мне уже 26, скоро будет в этом году. Получается, да, почти 4 года я работал на комбинате. Так что, ну и в завершении, что хочу сказать, ребята, молодцы, кто пишите мне в комментариях, что как, что, как работать. Вот. Ну, посмотрев это видео, наверное, вы немножечко поймете. Вот, и будете уже, вам будет как-то более понятней на эту тему, что как начинать, как там. Если кто-то молодые меня смотрит и хотят стать дальнобойщиком, сначала, ребят, попробуйте в такой вот профессии, как поразвозить хлеб, допустим, там, я не знаю, торты, ну, продукты там, или еще что-то по магазинам, именно по магазинам. Тогда вы поймете, что как работать с документацией, как там, потому что везде все одинаково. То ли я приезжаю на завод, то ли я приеду в этот магазин. Везде есть старший, приемщик, там, кодовщик, неважно, да, кто. Человек, кто вас примет и поставит вам, распишется и поставит вам печать. Поэтому начинать лучше с малого. Так что, а потом уже будет видно. Ну все, ребят, кто смотрел это видео, вам большой удачи. Спасибо, что смотрели. Вот. Обязательно ставьте пальцы кверху. И с вами был МАН Дальнобой 194. Пока!